Привет, любители футбола, дорогие поклонники, фанаты этой игры, да и просто любители ставок на спорт. Меня зовут Егор Дергачев, продолжаем с вами давать прогнозы на матчи Лиги Чемпионов, на матчи четвертого тура этого самого престижного европейского клубного футбольного турнира. На повестке дня у нас поединок донецкого Шахтера и голландского Фейенорда. Фейенорда, который наконец-то показал своим болельщикам, что эта команда умеет играть в футбол. Правда, пришлось ждать два тура. Ну и в принципе в третьем, кроме того, что Фейенорд показал, что они умеют играть, как такового положительного результата для себя голландцы не добились. Они снова уступили Шахтеру. Дончане добились волевой победы. И сейчас Шахтер, ну, в кавычках, у себя дома будет играть против Фейенорда. Чего ждать от этой встречи? Ну, мне кажется, что украинцы должны провести работу над ошибками и тех детских ошибок, которые были в Голландии, попросту не допустить. Класс Фейенорда все-таки мы увидели в трех поединках. Эта команда может провести неплохо какой-то отрезок матча, но в целом на протяжении 90 минут противостоять более действительно именитым и классным командам голландцы не могут. Отсюда ставка напрашивается сама собой. Я не хочу гадать на тоталы больше, тоталы меньше. Я просто возьму ставку на то, что Шахтер выиграет с форой в минус один мяч. Коэффициент небольшой, всего лишь 1.56, но сомнений в том, что как минимум возврат по этой ставке мы получим, у меня нет. И если вы со мной согласны, то поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Обязательно в комментариях напишите, что вы думаете по поводу матча Шахтер-Фейенорд и какие варианты ставок предлагаете вы.